это же нет, в этот солнечный весенний день, в преддвериях нашего великого праздника женского дня, 8 марта, мы проводим традиционные наши мероприятия по поздравлению наших прекрасных участниц дорожного движения, наших представительниц прекрасного пола, водителей. Поздравить их хотим с наступающим праздником, пожелать всего самого наилучшего, самое главное, весеннего настроения, солнца, море улыбок, море счастья, любви. Самого хорошего и самого прекрасного, что можно было пожелать бы им. Ну и, соответственно, естественно, сразу же могу вам сказать, что в первую очередь мы желаем соблюдения правил дорожного движения. Это самое, в первую очередь, безопасного вождения. Самое главное, чтобы все их дороги, все их передвижения за рулем всегда заканчивались благополучно. И движение в нашем городе оставляло только у них положительные эмоции. Хотя, конечно, понимаю прекрасно, люди устали от зимы, от снега. Но все равно весна, солнце, с наступающим праздником, с 8 марта. Вы знаете, сюда принято шутить. Привет, можно вас? На минуточку. На минутку буквально, отвечу. Мы хотим поздравить вас с наступающим праздником. Хотим пожелать вам всего самого хорошего, солнечного настроения, весенних улыбок, счастья, любви. Чтобы все-все получалось вам. Ну и самое главное, ни гвоздя, ни жезла. С наступающим вас праздником. Золотая! 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 Золотая!